Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья, зрители моего канала. Сейчас у нас воскресенье, 23 декабря. Нахожусь на Хатомле. Делаю, как обычно, при выезде на рыбалку, замер толщины льда. Толщина льда представляет, как вы видите, порядка там 17,5-18 сантиметров. Лед хороший, уверенный, уже монолит. Единственное, что в отличие там от вчерашнего дня, что у нас здесь происходит, сегодня оттепель была, плюсовая температура плюс 1, и снег намок. Чуть-чуть спрессовался, то есть он уже не такой объемный, он чуть-чуть спрессовался. Ну, как бы слякоти сильно нет, ну, немножко имеется, совсем чуть-чуть. Я думаю, что при ближайших морозах все это замерзнет и будет вполне комфортно передвигаться. По крайней мере, неделю назад такого гололеда, как был неделю назад, здесь нет. Сейчас можно абсолютно спокойно передвигаться. Все, спасибо большое за просмотр. Если понравилось видео, ставим класс. Подписываемся на канал. Если что-то интересно по характеристикам каким-то касательно обзора по льду, добавляйте свои мнения в комментариях. Будет рассматриваться. Буду отвечать на ваши вопросы, если они появляются. Всего хорошего, до новых встреч.